Люберецкие полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли мешок конопли общей массой более 3 килограммов. Владельцем дурман травы оказался 63-летний житель города Ковров. Его задержали правоохранители возле одного из домов по улице Колораж. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 228. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В данный момент злоумышленник находится под стражей. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.